масло, грязь, мухи, какие-то мартеновские печи. Ну нет, ну это крупное предприятие, но все-таки, Дима, и у вас такая вот интеллигентная чистота в костюмах всех белых, халатах. Я вам так скажу, во-первых, грязь это потери, однозначно. Во-вторых, частично в окошке в чем-то. Дело в том, что у меня стоит полуавтомат, у меня есть ручные кнопки, есть рабочие, которые работают. Значит, сейчас мы уже присматриваемся к тому, чтобы поставить вместо сварочных полуавтоматов, поставить автомат. Пока для нас дороговато. Ну, очень небольшое предприятие, но в перспективе так вот рассматриваем. Дима, а что вы, напомните, изготавливаете? Это газовые... газовые котлы. Котлы. А это по лицензии делается, по какой-то импортной, или ваши разработки, собственно? Это наши разработки, собственно. А как вы себя чувствуете, кстати, вот на рынке? Прекрасно. Прекрасно, а да? Ребята к вам идут с удовольствием работать, ну вот рабочими, и кого и где вы выбираете? Да, и где они учатся, потому что есть слухи, вот в последнее время циркулируют, что нет ПТУ больше в стране. Не, ну дело в том, что у меня работники работают, они, конечно, старше 30.